Like a Hellcat. Всем привет, друзья, на канале Hitman 2. Игра World of Tanks Blitz. И это рубрика лучше. Ну, короче, ладно. Играем на КВ-1С. Мы в бою. Идем, едем. Едем дальше, что ли? Давай быстрее, давай. Батарея перелась. Давай, играйся. Я тебе помогу, чувак. Давай, чувак, можно я на твое место встану? Блин. Там никого нет. Давай вперед, едем. Давай, едь. Едем. Давай. Давай, танк. Ты ж танк. Ладно. А то я постреляю в Т-34. Поняли вы? Да кто там меня... Зато я убью Т-34. Ооо, прикольно. Тихо, не надо. Ничего не надо. Так, все, едем дальше. На него не обращаем внимания вообще. Мы просто едем дальше. И видим тут СУ-100. Но нас интересует не СУ-100, а СУ-100Y или Ю, не знаю. Я подъезжаю к ней снизу. И не мне мешает этот дед. Тут мне мешает. Да, запрот это приложение. Чувак, пока. Пока, значит, пока все. Мы проиграли. Я в результате игрок, да? Так и есть, у меня с 9-4 левел, короче. Первый враг. Там меня лагает, пацаны, я не умею играть. Меня лагает, алло. На бас я переключу. Конец тебе будет, чувак. Где он? Бабаны, включай. Минус 4, смотри. Я что-то делаю. Потуши его. Нет, пока. Крыса. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы было меньше таких видео. Таких, ну, чтобы было больше видео, которые были бы побольше времени. У меня сейчас просто батарея сильно нагрелась, и вообще, я один раз уже записал, там, оборвалась запись. И, короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, и всем пока.
Всем привет, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Hitman 12, и мы сегодня играем в World of Tanks Blitz, рубрику «Лучшие за видео». И играем на кого-то вопрос. Мы в бою, да. Мы в бою. Вот он. Отойди. Он уже под... Давай. Вон один танк. На минус. Мне кажется, мне больше нанес. Надо, пожалуйста, не больно. Пожалуйста. Пожалуйста. Поехали еще раз на КВ-1. Еще раз. Захватываем точку, давай. Вместе лучше, да? Все. Захватили, дальше едем. Давай. Хельсинг. Назад. Хорош, нормально, я не знаю, допустим. Давай. Подвох. Почему? Вот минус 437, назад. Все, давай назад. Возможно, я сейчас умру. А возможно, нет. Чувак, ка. А мы на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал, поддержите это видео лайком. Я уже третий раз его снимаю. Не получается мне все снять. Если сейчас не получится, то все. Еще раз буду снимать. Ну вот. Если не получится, то еще раз буду снимать. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всем пока. Всем привет, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Hitman 12. И мы продолжаем играть в World of Tanks Blitz и рубрику «Лучшие за видео». Играем на КВ-1С. Просто играем. На КВ-1С. Мы уже и играем. Да, едем. Давай посмотрим. Вот он уже. Тут он прямо уже вот он стоит, тут уже вот он, смотрите, вот он уже прям стоит такой, стоит, а там туда стоит, вот смотрите, нет, не он, это не он, что ты говоришь, это не он. Так, зайду-ка я с тыла, и сзади никто меня не смотрите. А то сзади я не совсем... Ничего, все тут уже с тыла есть. Чё. Ну-ка, дайте-ка я попаду в Шермана. Почему я в него не попал? Ну, значит, в тигра первого. Тайга One. Окей. Окей, допустим, на.
Вот, норм. Ты чё, 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 ты чё. Не надо. А туда лучше не идти, туда лучше не идти, пацаны. Не надо. Ну, мог пойти, но я туда не пойду. Я туда не пойду. И я, короче, нанес тому 500 урона. Но не за стену. Жалко. Я только думаю. Продолжаем играть. На КВ-1С. Все, поехали, давай дальше. Едем, едем в соседнее село. Давай. На дискотеку. Давай, 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 едем, 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 давай, давай. Едем. Да, мы есть такие. Лука 45.0.3. И еще СУ-100. Здрасте. Назад, назад, назад. Я не хочу попасть в ситуацию, типа меня убили. Поэтому я подожду этого чувачка. Хочешь ехать? Наверное, нет. Ну-ка. И... оп. Вот минус 402. Пацаны, тут только вдвоем справляемся с такой. Нет, мы не справляемся. Но мы вдвоем их там тут. А да. Отбиваем, короче, мы их тут вдвоем, пацаны. А-а-а. Так не надо. Так. Все, еще, еще, еще. Экран, ты конец, все. Сейчас я скажу тебе пока и все. И ты скажешь, тоже пока. Так, одного убили, нет, чувак, пока, все, пока, чувак, все, пока. Угу. Так я и думал. На этом моменте мы заканчиваем, к сожалению. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы было меньше таких маленьких видео и больше больших видео. И поддержите, пожалуйста, лайком. Я записываю уже это 4-й раз. Не получается у меня все нормально записать. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Ну, ставьте лайки и всем пока.